Сегодня в Чебоксарах открыли музей истории газового хозяйства. Среди первых посетителей глава Чувашии. Подробности в следующем материале. Музеев, подобных этому, в регионах страны единицы. В Чебоксарах его создателями выступили инвесторы. На стендах редкие снимки, такие не найдешь ни в книгах, ни в интернете. На этом фото первый дом в столице региона, которому было подведено голубое топливо. В конце 50-х в Чебоксарах началась массовая газификация. Возможности появились только тогда, когда вступил в строй газопровод Минибаево-Казань-Горький. После – поэтапная газификация районов республики. Приоритетную программу в регионе реализовали в сжатые сроки. Время показало, что без голубого топлива нет развития, отметил Михаил Игнатьев. Сегодня, с учетом того, что газ везде, могу доложить ответственно, мы вместе с вами запускали проект. 179 фельдшерско-акушерских пунктов ввели в строй, в эксплуатацию в сельской местности. Плюс офисы, плюс учреждения культуры сейчас в сельской местности открыли. 25 мы должны, 10 уже открыли. 15 кинозалов, это тоже сельские местности. А в городе для развития малого и среднего бизнеса, для строительства комфортных практически жилых многоквартирных домов и для развития малого и среднего бизнеса провели ведь новые газопроводы, используя новые технологии. И ваш музей, канун Нового года, то, что открывается, это на самом деле история, в том числе... Вся газовая служба, все газовое хозяйство Чувашской республики вместе с нами работает на повышение качества жизни. В залах музея выставили и уникальную технику. При помощи вот таких приборов 50 лет назад определяли места утечки газа. А то, что мы делаем, это во благо будущего поколения, во благо памяти. Кто не помнит прошлое, у него нет будущего. И поэтому мы решили это создать. Для нас честь. Особое внимание в музее уделяется и вопросам безопасности. На этом макете воссоздали, что случается, если газом пользуются не по правилам. Вот. Для детей это очень хорошо. Не только для детей. Или тоже бдительность начинает терять, да? Когда все хорошо. История газового хозяйства заинтересует школьников, уверены в музее. С этого дня начала заполняться и книга почетных гостей. Глава региона написал, что экспонаты его впечатлили. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика.